этим текстом такой вот симпатичный диплом, а еще мы вам дарим флаг. Вот чтобы ваш флаг никогда не падал, вот вам за постой. Это взяли спицу. Как вы вам быстренько нарисовали? Праздником, ребята. Праздник. Валентин Иванович говорит, техника нас погубит, но без нее никуда. Вообще, праздновать 50-летие Меридиана, это, конечно, малость грустно. Потому что Меридиан – это наша молодость, конечно. Все ребята помнят, как мы когда-то, я лично вот в 79-м году, по-моему, в первый раз пришел на конкурс «Весенняя капель». Замечательное время, так вот капало действительно громко. И первые самые такие незрелые опыты были связаны как раз с Меридианом. И вот у меня он так запечатлелся, как вот такой клуб всегда молодой. Восток был всегда старший такой, всегда взрослый, всегда опытный, всегда такой серьезный, насупленный. А Меридиан вот был наш замечательный, молодой такой всегда. Причем... Это в молодости свойственно как раз, да. Но эти времена были все равно, они были замечательные. Я так понял, что это не первый раз уже, да, Сергей? Даю. Времена были действительно замечательные. Мы о них вспоминаем всегда самыми какими-то вот с нашими действительно весенними ощущениями об этих наших юных годах бардовских. И вот песня сейчас я спою. Это такая, знаете, стихи Давида Самойлова. Его замечательное стихотворение «Дуэт для скрипки льда». Главный герой Моцарт. Вечно молодой, прекрасный, такие же, как, может быть, мы тогда были. Один, как вот композитор наш Ленинградский, сказал, что Моцарт был, наверное, самым популярным эстрадным композитором своего времени, эстрадным. Это вот немножко есть в этой музыке. Ну, а песня, мне кажется, про то, зачем мы все это делаем. Целую неделю черный лед не слышит.
словечко, ни улыбки не мота. Но зато дуэт для скрипки и альта. Итак, ты добавься, пожалуйста. Последние 10 лет плотно связан с Востоком, считаю себя восточником. Вот. Меридиан я люблю, и не только сам Меридиан, но и всех Меридиан в отдельности. Это сам Меридиан. А я пришел в Меридиан лет 50 назад. Мне было 20 лет с небольшим. Со мной. Да, и с Володей Кюлиным. Мы спели очень громко песню Высоцкого. И нас попросили не хулиганить, а выйти отсюда. Еще цыганщину запоете. С тех пор я по клубам больше не ходил. Ходил в поля, пел песни, все. Хотелось сейчас мне спеть какую-нибудь песню яркую в своей манере. Я вспомнил, что 15 числа, всего 3 дня назад, родился Александр Лобановский. Его песенку мы споем. А у меня нет микрофона второго, под гитару. А так слышно? Вам видно было бы, Миша, не переживай. Осень катится, в ноги катится. Листья маются под дождем. Павье лето нам, ай, не нравится. Мы весну с тобой подождем. Павье лето нам, ай, не нравится. Мы весну с тобой подождем. Что хорошего в этой осени? Макротадна, маятадна, суета. Ветер золота, света коси. И стучит старый пёс на ворота. Ветер золота, света коси. И стучит старый пёс на ворота. Что упущено, наверстаю я, чтобы мне потом не грустить. Да гуляю я, да мечтаю я, да страдаю я. Все, что начато по весне. Да гуляю я, да мечтаю я, да страдаю я. Все, что начато по весне. Thank you.
катится, осень катится, в ноги катится. Листья маются под дождем. Бабье лето нам, ай, не нравится. Мы весну с тобой, мы весну с тобой подождем. Бабье лето нам, ай, не нравится. Мы весну с тобой, мы весну с тобой подождем. И в заключение нашего блока я приглашаю на сцену стихийно сформировавшийся недавно молодой коллектив в составе Юлиан Афанасьев, Светлана Шилова, Варвара Горнюк, Сергей Острик. Thank you.